Опасная зимняя погода не только оттепелями и их последствиями сосульками, но и морозами. За первые дни января в ожоговый центр поступило 12 человек. Диагноз у всех один – обморожение. Одну женщину спасти не удалось. На момент приезда врачей она сильно замерзла и прожила в приемном отделении всего несколько минут. Сильные морозы в Саратове держались почти неделю. Все это время температура была ниже 15 градусов, а в рождественскую ночь столбик термометра и вовсе опустился ниже минус 30. В остальном, ну, это традиционное отморожение, которое возникает из-за, во-первых, злоупотребления алкоголем, который растормаживает до такой степени, что человек теряет контроль над собой. А во-вторых, это те, кто просто оказался в неадекватной одежде в холодное время суток. Но надо правильно понимать, что, в общем-то, замерзнуть можно и при низкой плюсовой температуре, при высокой влажности. Ну, а если находиться в неподходящей обуви, в неподходящей одежде на руках, то, естественно, возникают эти последствия.